что фея делает в кормушке для птиц. Доброе утро, офицер. Жизнь феи сейчас ничего не стоит. Вот оно. Покажите ей удар в стиле полиции Лос-Анджелеса. Оу, продолжайте заниматься своими делами. Я просто пытаюсь продать дом. Не беспокойтесь. Все просто пытаются получше устроиться в жизни. Все расы разные. Различия совсем не означают, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Эй, ну как тебе разнообразие? Теперь он мой напарник. Я этого не просил, а весь мир наблюдает за нами. Мужик, я не нравлюсь тебе, это нормально. Я здесь не для того, чтобы подружиться, но я должен знать, что если пойдет дождь из дерьма, ты меня прикроешь. У людей есть физические особенности, типа лица. Что с моим лицом? На нем написан недостаток супружеской любви. Не подмигивай мне так. Срочный вызов на Вестлейк. Триадам 9 в пути. От режиссера фильмов «Отряд самоубийц», «Ярость» и «Патруль». Разве не стоит дождаться подкрепления? Мы есть подкрепление. Что там? Стоять! Это что? Это волшебная палочка. 22 декабря. Это как ядерное оружие, которое желание исполняет. Она дает все, что пожелаешь. Хочешь, будешь выше, хочешь ниже, хочешь 10 миллионов долларов. Ты не присвоишь эту палочку. Из этого района нужно убираться. Они убьют тебя, затем меня. Тут и начнется странное дерьмо. Волшебная палочка. Ее нужно уберечь. Этому в академии не учат. Это уж точно. Уилл Смит. Их будет только больше. Джоэл Эдгертон. Сделаем это. Яркость. Должно быть, мы есть в пророчестве. Нет нас в пророчестве. Мы в украденной Toyota Corolla. 22 декабря на Netflix. Переведено и озвучено для iVideos.